житель Караганды Арман Хасенов стал первым человеком, осужденным по статье Уголовного кодекса «Публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство первого президента» после отставки в прошлом году Нурсултана Назарбаева, который носит титул лидера нации. Карагандинцу назначили 3 года ограничения свободы за видео с критикой и оскорблениями в адрес бывшего президента. Эксперты делятся своими мнениями о прецеденте. На видео, появившемся на видеохостинге YouTube 12 апреля, неизвестный широкой публике житель Караганды Арман Хасенов выступил с рядом резких заявлений в адрес бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который подал в отставку в марте 2019 года, но по-прежнему оказывает влияние на управление страной как пожизненный председатель влиятельного Совета Безопасности и его родственников. Автор видео, в частности, использовал нецензурные выражения и заявил, что не боится ответственности. На ролик обратили внимание пользователи социальных сетей, на Хасенова, Комитет национальной безопасности. На следующий день после появления видео стало известно об аресте Хасенова. КНБ коротко сообщил, что арест связан с видеозаписью тенденциозного содержания и в дальнейшем отказывался предоставлять какую-либо информацию, называя это дело секретным. Спустя 1,5 месяца, 4 июня, сообщили, что Хасенова осудили. Еще 30 апреля суд признал его виновным по 2 части статьи 373 Уголовного кодекса «Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан, Елбасы, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций», назначил 3 года ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно, а также оштрафовал на 15 месячных расчетных показателей 41 670 тенге в пользу фонда компенсации потерпевшим. Карагандинца выпустили из-под стражи. Согласно приговору, Хасенов раскаялся, принес извинения, просил не наказывать его строго, обещал трудоустроиться и быть полезным обществу. Ни сам Хасенов, ни его родственники, ни адвокат до настоящего времени не давали никаких комментариев. Для самоуспокоения, что есть такая статья. В некоторых странах оскорбление главы государства отнесено к преступным действиям. В Европе, в частности в Великобритании, Испании и Нидерландах, запрещено оскорбление монархов. Запрещается оскорблять лидеров иностранных государств, прибывающих с визитом в Польшу и Швейцарию. Однако, по словам правозащитника Жовтиса, опыт этих стран не идет в какое-либо сравнение с тем, что принимают казахстанские власти. В большинстве стран, конечно, таких статей об оскорблении президента нет. Такая статья – классический признак тоталитарного или авторитарного режима. Эти статьи не столько юридические, сколько политические, предупредительные статьи. Самое интересное, если посмотреть на историю, они никого ни от чего не защищают и ничего не гарантируют. Они работают как заклинание для самоуспокоения. Что есть такая статья в законе, говорит Жовтис. Оскорбление президента считается преступлением в некоторых постсоветских странах. В Азербайджане, например, максимально возможное наказание по обвинению в унижении чести и достоинства президента – 5 лет тюрьмы. Согласно статье 368 Уголовного кодекса Беларуси, за оскорбление президенту может грозить до 3 лет лишения свободы.